Парашат Шавуа Шлах Леха. Недельная глава Шлах Леха. Пошли от себя. Ма шлом хем? Как у вас дела? Вот пам. Ма шлом хем? Как у вас дела? Беседер? Тов? Ло тов? Ра? Хорошо, нехорошо, плохо. Есть коль мене чувот. Анашим гам омрим каха, каха, ра, ло тов. Есть много разных ответов. Люди говорят так себе. Хорошо, плохо, нормально. Аваль яхасит лема, о леми. И когда мы говорим ответ на вопрос «как дела?», то в отношении чего у нас, хорошо или плохо? Яхасит анашим шемиторерим бэмца алайла мэапцацот. Как у нас дела в отношении тех людей, которые просыпаются во время ночи от того, что слышат над собой бомбежки? О яхасит ланашим шебатим шелем нидвалим бамайм. Или как у нас дела в отношении людей, которых дома потопились водой? Камта бабокер. Ты встал утром. Ешлиха малехол. Атабари. У тебя есть что есть, и ты здоров. Ешлиха гаг маларош. У тебя есть крыша над головой. Мишпаха, куламбриим. У тебя есть семья, и все здоровы. Аколь тов, ма бая. Все хорошо, в чем проблема? Шнемесар... גברים טובים ביותר נבחרים כדי לאתר את ארץ ישראל. 12 самых лучших сильных мужей главы колен были избраны для того, чтобы проверить землю. אז זה היה נקרא ארץ כנען. Тогда эта земля называлась земля хананская. ואפרופו הם לא היו חייבים בכלל ללכת לשם. И на самом деле они даже не должны были туда идти, ничего расследовать. Лама эм алху бехоль микре. Почему они все равно туда пошли? Ки эм пахаду. Потому что они боялись. Ки эм ло имину. Потому что они не поверили. Эм ло самху ал автахот элоим. Они не уповали на Божьи обещания. Шеу итен лаэм эт кол эрец аавот. Они не вполне поверили, что он отдаст им землю их отцов. ארץ המובטחת. Землю обетованную. ואז אלוהים מצווה להם, יותר נכון, מצווה למשה ואומר שלח לך. И тогда Бог заповедует им, или точнее говоря, он говорит Моисею: пошли. ואנחנו בפסוק ראשון בפרק 13 קראנו: שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. И мы в первом стихе 13 главы прочитали: «Пошли от себя людей для того, чтобы они осмотрели Ханаан, страну, которую я отдаю сынам Израилевым». Стомерет, по есть кцат Элохим квар омер, шо он нотен, авал бехоль микре леху тивдеку. И Бог говорит, что он уже отдает, но он даже допускает, чтобы они пошли и проверили. 12 בחורים צעירים חזקים הלכו לאסוף מידע על ארץ אבות. 12 молодых сильных мужчин пошли для того, чтобы собрать информацию про землю своих отцов. ובחזרה הם מתפלגים. А в конце, когда они возвращаются, они разделяются. 2 נגד 10. 2 против 10. 16% נגד 84%. 16% против 84%. ומה מספרים 84% מהאנשים? И что рассказывают 84%? בוא נקרא את זה ביחד, זה במדבר 13:34. Давайте мы прочитаем вместе числа 13:34. שם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים, והנה ביניהנו כחגבים. וכן היינו גם ביניהם. Мы там мы видели нефалимов огромных, и мы были как саранча перед ними, такими же мы были в глазах их. איך אתה יכול לדעת איך היית ביניהם? Как ты можешь знать, каким ты был в их глазах? הם אמרו שהיינו ביניהם של כנענים כחגב. Они сказали, что мы в их глазах были как саранча. Но как они это узнали? Они даже не разговаривали с этими людьми. По крайней мере, об этом ничего не написано. Потому что если бы они разговаривали с этими жителями, то те бы поняли, что они разведчики. ותוצאה הזאת,
סיכום הזה הם לקחו מהפחד. И этот вывод они сделали, исходя из страха. והפחד עושה פיל מזבוב. А страх из мухи делает слона. הפחד משנה את המציאות. И страх изменяет реальность. ומה היה במציאות? А что было в реальности? אם אנחנו קוראים בישוע בן נון, если мы прочитаем в книге Иешуа, Иисус Навин, вторая глава, כן, 8-9. 8-9 стих. ותאמר רחב אל אנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, כי נפלה עמכם עלינו, כי נמגו כל יושבי הארץ מפניכם. Иисус Навин, 2 глава, с 8 стиха. «Прежде, нежели легли они спать, она, то есть Рахав, взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость». Бог свою работу уже совершил. פשוט לאנשים האלה לא היה מספיק אמונה כדי להיכנס לארץ אבות. Просто у этих людей был недостаток веры для того, чтобы зайти в землю своих отцов. Пессимизм ולשון הרע. Злоречие и пессимизм. וזה הפך את המציאות למשהו שלילי. И эта реальность, Божью реальность, превратила во что-то негативное. והם קיבלו גם עונש 40 שנים בגלל זה ללכת במדבר. И плюс ко всему они получили наказание 40 лет скитания по пустыне. אנשים מסתכלים על חייהם דרך פחד. Люди смотрят на свою жизнь через страх. Хевре, трудно говорить параллельно, серьезно. מדברים בפחד ושליליות. Говорят в страхе и в негативе. ועל פי תורה, בסופו של דבר, תוצאה של הלשון הרע זה משהו שלילי בחיים. И согласно Торе, результат страха это тот негатив, который мы получаем в нашу жизнь. גם על פי ברית חדשה, ואנחנו נקרא ממתי 12:37. И согласно также Новому Завету, мы сейчас откроем Евангелие от Матфея, 12:27. הדברים שאתם אומרים כאן עכשיו יקבעו את גורלכם, או שהם יזכו אתכם. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Элоим ברא את העולם בעזרת מילים. Бог словом сотворил этот мир. וגם אדם מייצר את הבעיות סביבו גם בעזרת מילים. Человек создает свой мир вокруг себя через свои слова. אלה שהתלוננו על אלוהים נשארו ונקברו במדבר. Те, которые пожаловались и роптали на Бога, как написано, их кости пали в пустыне, они остались похороненными в пустыне. ובמשך 40 שנים הלכו במדבר. Это было после того, как 40 лет они проходили в пустыне. ורק שני אנשים, דור חדש במנהיגות של ישוע בן נון וקלב, נכנסו לארץ אבות. И только новое поколение под предводительством Халифа и Иисуса Навина зашли в землю обетованную. אלה שהיו שניים מתוך 10, מתוך 12. Те, которые были теми самыми двумя из 12. ובסיום אני רוצה לקרוא מנביא יחזקאל. И в самом конце я хочу прочитать из пророка Иезекииля. 18:31. Иезекииль, 18 глава, 31 стих. השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. למה תמותו בית ישראל? Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Амен. Аминь.